Приветствую вас на первом циничном канале. И сегодня у нас будет не совсем обычный сюжет. Поговорим об отчетности по трате алиментов. Это была часть моей предвыборной кампании, когда я в депутаты пытался избраться. Я говорил, что алименты это все-таки целевой платеж, но почему-то по расходованию целевого платежа не существует никакой отчетности. Странно, по всем другим целевым платежам, там финансирование, например, бюджетного, существует отчетность, а здесь нет. То есть ты вроде бы как бы платишь на ребенка, но ты засылай деньги как говорится, в один конец и не сомневайся просто в святости мамаши. Естественно, она потратит на ребенка. Отчетность она никакую не обязана. Более того, она не обязана показывать, что она столько же тратит. Вот. Или хотя бы хоть что-то тратит. Все-таки воспитание это же дело двоих, не только одного оленя. Так вот, почему сюжет будет необычный? Обычно я отвечаю на вопросы комрадов. Вопросы бывают в комментариях, в донатах и так далее. Сейчас фактически я прочитаю комментарий Комрада комментарий появился Ну собственно в комментариях да на канале мне даже особо добавить то нечего Единственное я сверил статью на которую ссылается Камрад семейного кодекса опыта у меня в этом нет у него есть но я по статье не вижу скажем так чтобы могло препятствовать тому что Камрад пишет выглядит статья ну похоже правдоподобно то есть как это уже на практике сработает не знаю. Вот. Но у Камрада, вот он пишет, сработало. Давайте сейчас зачитаю его комментарий и потом откроем статью, посмотрим. Итак, что пишет Камрад? Пункт 2 статьи 60 Семейного кодекса. Я поправлю только пункт 2 части 2 статьи 60 Семейного кодекса. Совет ищущим Камрадам. Отчет по тратам алиментов получить легко. Пишите заявление в суд, в скобочках не иск, который впаял алименты, на перевод 50% алиментов на счет ребенка. Обосновывайте тем, что ребенок жалуется, что не покупают ему то, что он просит. Одежда поизносилась на нем, игрушки не покупают и так далее. Заводите счет на ребенка в Сбере, приходите в суд. Горе-мамаша притащит в суд доказательства в виде чеков, отчетов, э, отчет о тратах чтобы не лишиться половины алиментов. Бабки же халявные, как их терять-то? Заявляйте на суде, что обезличенные чеки не являются, доказатель... не являются доказательством. Опять же, в скобочках ушло, и горе-мамаши собирают их вплоть до всех подруг. Дальше. Если судья примет обезличенные чеки, можно потом оспорить в вышестоящих судах. Много сил, в скобочках, но затянется по времени, не потребуется. Ну, в смысле, много сил не потребуется, но затянется по времени. Написал заявление, приложил доказательства, отправил электронно в суд. Копию чеков вам вторая сторона должна предоставить заранее, чтобы вы имели возможность ознакомиться для анализа. Если вручила на суде, заявляйте, заявляйте о необходимости перерыва заседания для анализа чеков берете калькулятор и подсчитываете сумму чеков. Она должна быть в два раза больше перечисленных вами алиментов. Мамаша тоже должна финансово содержать детей в равной с вами степени. Если судья будет объективна, может получиться ребенку денег сохранить на 18-летие для образования и всего такого. Нет, хотя бы узнаете, на что тратятся алименты. Логично. В моем случае после вручения копии заявления, горе мамаша принялась тратить резко деньги на покупки всего и вся ребенку. Хотя до этого пыталась спилить у меня дополнительные средства, ибо денег нет. Так, сейчас... Заявление не иск. Вы можете писать регулярно и столько раз, сколько захотите. Не благодарите. Тем не менее, благодарим. Так вот, друзья, давайте я в дополнение к этому... Прочитаю сейчас, найду 60-ю статью Семейного кодекса, чтобы вы знали, о чем там. Так, статья 60 э, СК РФ. Э, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Вот она, в консультанте. Итак, вторую часть я вам зачитаю всю вместе с вторым пунктом. Вторая часть. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсии и пособий, поступают в распоряжение родителей, лиц их заменяющих, и расходуются именно содержание воспитания и образования ребенка. Второй, второй пункт второй части. Суд по требованию родителя, обязанного выплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более 50% сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета открытые на имя несовершеннолетних детей в банках. В принципе, да, получается, что такое может сработать. Ну вот, друзья, собственно, разве что комментарии от меня были зачитать статью, пробуйте, пробуйте, кто действительно уплачивает алименты, вариант так вот на скидку рабочий. Можете попробовать, может получиться. Если вдруг кто-то попробует и получится, в комментарии под этим роликом или даже мне в письме на почте, она там везде есть, выбор 2017 Mail.ru, пишите, захотите, просто ну могу комментарии закрепить, захотите, сделаем с вами сюжет, запишем скайп, вот, то есть интервью, потому что тема очень хорошая. По крайней мере, то, что расходуют не на детей, сплошь и рядом. То, что перечисляют на ребенка суммы, Мамаша там Инстаграм ведет, с подружками чилит, по турецким корягам прыгает, а ребенок постоянно что-то нуждается. Фоточки идут, соответственно, там. Вот смотри, ему одеть нечего. Давай, 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 еще. Мало, дополнительные расходы. Кто-то начинает даже пугать что в суд подам на доп. алименты, потому что доп. расходы. Я уже не помню, какой-то советский фильм был. Там что-то такое было, что, грубо говоря, ты никогда не наполнишься. Почему? Потому что ты прорва. Вот. вот это очень часто встречается. Прорву наполнить невозможно. Вот. Поэтому очень хороший вариант, скажем так, немножечко остепенить. Ну вот, такие соображения. Кабрадо.